Как же красиво. Гуляем с Хуритой. О! А здесь, смотрите, какое небо. Березки. Частные дома. Да, гавкает. Извините. Гавкает на женщину. Смотрите, как красиво. Прям вечера на хуторе близ Диканьки. Не очень он у меня в темноте снимает. Но все равно красиво. Там с ребенком идет женщина. Сейчас я ее подержу. Стой. Пока снимаю. Чтобы она не прыгнула на них. Вообще так классно. Просто красота. Ну, сейчас мужик идет. Вообще ее держать надо. Ну, что, так мужикам вообще какие-то эти непонятные действия. То ли ее правда били, когда ее нашли в крови всю на дороге. Она вот к мужикам. Или ее натаскивали на кого-то маленьким щенком. Или что-то, не знаю. Потому что у нее вот особенно к мужчинам там в темной одежде или в камуфляжной. У нее вообще она аж с ума сходит. Знаете, то ли ее кто-то натаскивал, то ли избивал. Смотрите, как красиво. Правда же, мои любимые. Прям не оторвать глаз. И вот Харита меня сюда приперла. Тут темно, вообще не видно ни дороги, ничего. Зато обалденное дерево. Зато там дальше начинается уже Великий Новгород через реку. Все высотные там новые дома. Совсем другой мир. Как говорится. Да подожди! Хурита! Это не Хурита, я не знаю, что опять на мужика побежала. Правда, она больная. Юрка мне все советует Бусю отдать. Вот я что-то ей не советую Хариту отдать. Это ее друг. А, подруга. Такие вот все мы разные. Лазит по воде. Правда, здесь так сказочно. Если бы еще снимал мой фотик так, как я вижу, это было бы что-то. Как она на мужиков на всех реагирует вообще. Там вот это оранжевое зарево. Вот видите, там в небе. Сказали, что потому что там теплицы. Поэтому опять не резко снимать. Такая у нас прогулочка, мои любимые. Захотелось вам просто показать, как мы с ней гуляем ночью, когда темно. Тут почему-то вообще нет фонарей. На небе звезды. Сейчас покажу, если получится. Если она не будет меня дергать. Она уже дергает. Вон, видите, там звезда сверкает какая яркая. Я ее даже сфотографировать попыталась. Хурита! Хурита! Чё скулишь? Я на речку не пойду. Она хочет на речку гонять уток. Я не пойду. Там темно, скользко, гора. Можно грохнуться. Опять запутала меня. Вообще тут как вечера на хуторе близ Диканьки, реально.
Ну вот это тоже подкидывает мой ум такие представления. Тоже красиво, как смотрите. Пойдем, Хорочка, пойдем. Пойдем, мое солнышко. Там бусинка дома. А, палочку свою нашла. Молодец. Мы шли, она ее тут бросила. И теперь нашла. Браво, аллейки, как говорят в Ливане. Типа, молодец. Браво, аллейки. Браво, аллейки, Хабиб ты. Пошли, пошли. Хабиб ты, значит, любимая. Помните песню? Хабиби Янури Айны. Это значит, Хабиби, значит, любимая. Нур – это свет. Айн – это значит глаз. Это значит свет моих очей. Такой дословный перевод. Пойдем, солнышко, пойдем. Вот, кому интересно, я вам даже песню «Хабиби, Хабиби» перевела. Палочку несет. И девушке показывает. А девушке пофиг, Харита. Ей не до тебя, у нее куча дел. Пошли. О. Окей. А тут, кстати, вон песок под домом, видите? Сейчас она меня запутала опять. Вон там песочек. Я там хотела набирать для буси. А сейчас так благодарна, что мне посоветовал кто-то просто класть салфеточки в этот самый, ну, в лоточек, куда она ходит в туалет. И все. И не надо никакого этого песка с ним таскаться, где-то его искать. Или наполнитель какой-то покупать. Или еще что-то. Салфеточку смыла в унитаз. И все. Божественно и прекрасно. Смотрите, как красиво, мои любимые. Вообще. Или это я вижу, что так красиво? Может, это не так красиво? Хорита! 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 Она там увидела трактор, а она как этот, как мой осман, когда маленький был, когда видел трактор, у него отключалось все абсолютно. Пошли. Кроме трактора, его не интересовало вообще ничего в мире. Даже если он хотел писать, он, видя трактор, забывал об этом. Даже если он хотел кушать или спать. Если спать, то он просыпался. Если кушать, то он откладывал все это. Хорита, подожди, хочу сфотать трактор тебе. Какая фотка. Как красиво там глушь. Вообще как будто насыпали бриллиантов. Она там что-то нашла. Нельзя. Уже косточку нашла. Коза. Тихонько пошли. Мы не можем перейти. Тут огромная лужа на всю дорогу. И мы вот ползем по таким. О, блин! Провалилась! Это, наверное, мне пожелало. Чтоб ты провалилась! Может, я сама себе. Смотрите, какой трактор красивый. Какой трактор. Или с детками можно. Трактор тоже красивый. Хорита. А ты что не фотаешься с ней? У меня уже реально все ноги мокрые. Во-первых, я без носок. Во-вторых, они тряпичные. И как тапочки домашние. Очень короткие. Поэтому у меня... Сейчас я иду, а у меня под подошвами хлюпает вода. Она на этого мужика гавкает страшно. Он тачку возит, и что-то ее это пугает. Видите, она вся как на охоте. Готова на него кинуться. На этого мужика. Хочет к нему, смотрите. Скоро пошли. Бессовестная девочка. Чего ты пристаешь к мужику? Зачем он тебе? Ты же собака. Если бы была девушкой, другое дело, приставала бы. Мужик вон он с тачкой. Да стой ты, куда ты пошла?
Потом будет это писать Оля, Юля, что я тебя бью. Я тебя за всю жизнь ни разу не ударила. Давай. Совестная девочка. Пристает к мужикам. Не стыдно? Что это? Кто это? Кто-то кашляет. Дети там на ступеньках. Подожди, куда пошла? Ножки вытирать. Ножки вытирать. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Сидеть. Молодец. Дай лапку. Дай лапку. Дай лапку. Ой, дурында. Затоптала мне весь пол. Я только пол помыла. А, бессовестная. Девочка. Так, давай теперь я тебе дам спасибо. Спасибо. Я вообще слуга у собаки. Мне самой смешно. Зачем мне это нужно? Себя бы обслужить. Давай животик вытрем тоже. Животик. Все, ко мне в комнату нельзя. Уже снег растаял. Будешь мне на кровать прыгать, я только белье поменяла. Стой! Стоять! Где палочка? Выкинула? У меня комната открыта, поэтому она рвется. Видите? Открытая комната, поэтому она рвется. Давай ждать. 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 Молодец. Нет, ждать. Сказала ждать. Сидеть. 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 Нет. Да, молодец. В комнату нельзя, там кошечка спит. Куда? Куда ты? Сейчас положу сюда ремешок. А, все. Положила. Сидеть. Дай лапку. Молодец. Все сухие. Ну хорошо. Голос! Голос! Хора не хочет. Ну и фиг с тобой.